еще разворачивается. Гол. Сычев в момент для удара, кажется, проспал или нет? Гол! Манео Фернандеш, диагональ, удар с хода. Вот это гол! Вот это гол! Браво! И это Денисов! Удар! Гол! Какой удар! Александр Самедов в самую девятку! Домингес! Гол! Дальний удар. Ой, какой удар! Вот это гол! Это не гол, это просто голище, Тимофей Калачев! Калачев получает мяч от Бузникина, бьет поворотом, гол! Удар Калачева, какой гол! Гол забивает Тимофей Калачев! Ну вот как красиво сыграл Зенит! Браво, Дани! Удар и гол! Ай да Дани! Хет-трик Дани! Удар поворотом и гол! Роскошный мяч забивает и забивает его Родолфо! Удар поворотом! Блестяще! Фантастический удар бразильца! И Терек выходит вперед. Лисов ошибается. Удар по вороту. Какой мяч, а? Браво с левой. Первый гол Сергея Корниленко. У него будет 20 минут или около того, чтобы себя проявить. Корниленко 1-1. 1-1. Ну вот, наконец-то что-то получилось. Элементарная ошибка в оценке ситуации. Вот результат. Гол! Сесар Навас открывает счет в матче. Очень это логично. И здесь штанга. Гол! Мяч в воротах. Это Сесар Навас. 1-0. Ростов выходит вперед, забивая гол со стандарта. Удар по воротам, рикошет, гол! Какой гол шедевральный забивает Алекс! Просто шикарный! Это завершает великолепным ударом. Это
ворот, и мяч влетает в сетку, и похоже, это автогол. Но это автогол, это этогол, помимо всего прочего.